Тут недавно прошла информация о том, что за рубежом крайне беспокоены, что в сериале «Чернобыль» нет чернокожих актеров. В частности, одна из представительниц киноиндустрии написала об этом твит и развернула бурную дискуссию. Собственно, поскольку мы знаем на примере проекта «Россия. Чужой взгляд», что русские, как правило, изображаются в виде бандюганов либо проституток, чуть реже в виде олигархов, то по этому поводу стих. Там за бугром переживали, что мало негров в сериале. Лишь белых брать совсем не гоже. Нам нужно больше чернокожих, чтобы лица русских мафиози были как будто бы в навозе, а проститутки с Украины были оттенка жженой глины, а все российские бандиты как будто в акцию политы. Так не обидно черным братьям, а я одно хочу сказать вам, что в толерантном мире этом довольно скучно быть поэтому.